Проект «Рожденная побеждать» для девушек с ограниченными возможностями – это серия встреч и мастер-классов, посвященных самым разным темам. На этот раз девушки изучали столовый этикет. Зачем сейчас в наше время, в техногенное, когда мы все на бегу, все с гаджетами, какой-то этикет? А для того, чтобы научиться уважать себя и представить всем тем, кто вокруг тебя, свое уважение. Это вот именно совершенно другое отношение к человеку и отношение к себе. Такое очень интересное мероприятие. Приглашали всех желающих. Надеемся, что оно у нас продолжится и дальше. До финального шоу остается около месяца. В скором времени к челябинским участницам присоединятся и девушки из других городов России. Финал проекта «Рожденная побеждать» состоится в сентябре.